В 2001 году вышел федеральный закон о техосмотре. С января текущего года он вступил в силу. Но теперь мы не увидим на лобовых стеклах автомобилей голубые талончики. И даже инспектор ГАИ не попросит вас предоставить талон о техосмотре. И тем не менее, автомобиль должен быть исправным. И талон о прохождении техосмотра нужен. Пройти техосмотр на Вашахтинске можно только в одном месте – на предприятии «Автосервис 99». Мы зарегистрированы в едином реестре операторов технического осмотра. Присвоен номер 01806. Любой гражданин России, нашего Новошахтинска, может зайти на сайт РСА, Российский союз автостраховщиков, и вполне доступна база данных, которая определяет данные о всех оператора технического осмотра России, не только Новошахтинске, но и по другим городам. Необходимые документы – паспорт и свидетельство о регистрации, а также данные об автомобиле, марка шин, топливо и пробег. Расценки едины для всей области. Например, за легковой автомобиль вы заплатите в общей сложности 373 рубля. Госпошлина отменена. Цена за грузовой автомобиль или автобус будет разной в зависимости от грузоподъемности. Затем автомобиль направляется на осмотр. Если автомобиль не прошел по каким-то причинам технический осмотр, выявлены какие-то неисправности, ему дается время отнесения 20 дней, он должен устранить выявленные недостатки. И после повторного осмотра мы смотрим только те пункты, которые были выявлены по неисправности. Оператор техосмотра заполняет диагностическую карту. Кстати сказать, оператор должен иметь специальное высшее образование, а также все категории вождения от А до Е. Опыт работы, ведь он ставит в талоне свою фамилию. Сведения о техосмотре заносятся в единую информационную базу данных Российского союза автостраховщиков. Если вы сомневаетесь в этом, на предприятии «Автосервис 99», имея доступ в базу данных, вам помогут в этом убедиться. К сожалению, некоторые страховые компании, выдавая полис, предлагают и талон техосмотра. Один такой талон мы проверили, в базе данных его не обнаружили. Владелец такого талона может поплатиться за свою беспечность. Когда, не дай бог, происходит дорожное происшествие, собирается материал о факте дорожного происшествия. Эти передаются сведения головному предприятию страховой компании. В страховой компании есть служба безопасности, которая проверяет о том, что талон, который выдавался, действительно или недействительно. В заявлении, когда проводится выдача полиса страхового, там указывается номер серии талона технического осмотра. Они проверяют, если выявляется случай о том, что данный талон технического осмотра, нет сведений о нем в едином реестре выданных талонов, то страховые службы не уплачиваются. Что делать тем, кто попал на мошенников и получил нелегальный талон? Пройти законным путем технический осмотр, убедиться, что у вас автомобиль технически исправен, получить талон технического осмотра, который будет зарегистрирован в едином реестре, и потом обратиться опять же в ту же компанию или в любую другую компанию, их очень много у нас в Новошахтинске, и получить законный полис страховой. И ездить спокойно, не переживая о том, что в случае чего вам придется получить, значит, такие неприятности. Предприятие «Автосервис 99» проводит технические осмотры автомобилей в городе Новошахтинске по адресу улица Привокзальная, 138, ежедневно с 8 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника, а в Родионово-Несветаевской слободе по адресу улица Гвардейцев, Танкистов, 2.